все-таки на танцах, конечно, хотелось бы... Да, видите, и мы туда же тоже. Мы тоже говорим в основном про технические элементы. И надо тогда переименовывать вид, если мы только о технических элементах будем говорить. Самое главное в танцах – это то, что танец. Ну вот, ближайших своих соперников в итоге Рязанова и Герейра не достали. 4 балла отстали они от Хабблов с их супертанцем. И дальше у нас теперь катаются Мария Манько и Илья Ткаченко. Россия, 4 место. Ну, можно сказать, что и 3-е, потому что разницы там вообще никакой нет. Сейчас будет решаться судьба этого 3-го, 2-го и 1-го мест. Опять же, музыка Карла Дженкинса. Это мы уже поняли. Тренер Волков, Горшков, Петухов. Да, очень жаль. Очень жаль, что Мария не справилась с собой. Очень эмоциональная девушка наша, и она упала с тризла. И за это будет, конечно, очень наказана по этой части, потому что я думаю, что они потеряют около 6 баллов за это падение, в общем, с элемента.
с элементы, которые оцениваются очень много, очень дорого. Но мне кажется, что я эту музыку уже слышала, и под нее каталась Альбена Денкова и Ставицкий. И вот это меня очень расстроило, потому что я не понимала, что мне не нравится. Вот мне не нравится это. В этой группе эта музыка уже использовалась. И только недавно. Вот, и... Дважды использовалась. Дважды, да, дважды использовалась. И неужели для раскрытия этих ребят, для раскрытия их индивидуальности не нашлось музыки для них специально сделанной? Ну, может, она им самим понравилась? Ребята, может, они захотели? В одной группе обычно десятилетиями берут музыку, ту, которую уже, от которой уже правильно вместе работают. И, конечно, после этого падения это дает совершенно никак не выходит. Потому что сразу полетела дорожка, а сразу была испугана, надо испортить. Хотя их и поддерживали сразу, пошла дорожка. Ну, они вообще-то, они мастера, что говорить-то? Говорить об этом нечего, но мне кажется, что этот выбор не совсем правильный. А что ж второй день? Это просто неправильный. Второй день на твизлах-то партнерша падает. Это может нравиться, то, что я говорю, может не нравится, но это факт. Я думаю, что для каждой новой пары нужно подбирать новое направление для того, чтобы их открыть. 39 и 39. Они, конечно, получают оценку на 4 балла выше за компоненты, но на 2 балла ниже за элементы, чем Хабблы. Они сейчас являются первыми, но у них общий результат 166 баллов. Можно сравнить, да, с их собственным результатом на 11, нет, на 9 баллов меньше, чем у них было в финале.